Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Freed 2019 года выпуска. Автомобиль в сером цвете, с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, 131 лошадиную силу, КПП передний привод. С пробегом 44 тысячи километров, имеются ветровики, повторители в зеркалах, бесключевой доступ. По салону у нас темный салон, чистый. Ухоженный, 3 ряда сидений, капитанские кресла, климат-контроль, кондиционер, мультимедиа, эко-режим, мультируль, круиз-контроль, 2 электродвери, антиюз, предотвращение столкновения, контроль полосы, кнопка старт-стоп, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 117, 103. 99, 119, 105, 108, 98, 107, 113, 89, 107.